Давай договоримся так, если... Ой. У меня тут кто-то. А, конка! Кунка! Воду, воду. Ага, а плавать? Да не похуй, ныряй, какая разница? Я тебя на берегу задефаю. Ты доплывешь, тут островок есть в центре. Вон, видишь, в центре, справа от тебя. Ага. Плыви, плыви. Да, доплыву. Он у меня в хвосте. Не хочешь? Нормально, нормально. Я мансую, пытаюсь. А, у меня стамины нету. Нормально, плыви, плыви. Доплывешь. Вот, видишь, островочек в упоре. Угу. Так, кислорода хватит, окей. Только я на берег, потому что на остров где-то. Спать, убил? Блядь. Да-да-да. Я же говорю, это моя земля! Я тебе повторяю. Пока я не... И твоя. И твоя. Так подойдет? Да. Да. Все хорошо. Только не бей, колонка. Твоя и моя. Ну, конка вообще, типа, не проблема, когда ты ее долбишь именно... Просто если она вот так отвечает тебе, вот как это. Это же не убегала, она бледа дала и могла убежать. А она... Хотя, может, у нее стамина не было. А она, типа, такая, ща я тебе разъебу, ты, блядь, ящерица. И разворачивалась и давала мне еще, блядь. Да, разворачивалась и еще. Я такой, ну чего ты? И все там. Я ее в перекус просто убиваю. Не, ну она прям впритык у меня ворвалась мордой. Да, я видел. Повезло. Ну если что, вот у тебя водной херни нету, ну типа от, ну, от сухопутного какого-нибудь или от полуводного ты можешь вполне сюда уйти. Господи, какой. Не хочешь? Напиши не в тот чал. Не в тот чат написал, типа. А то тебе там сейчас это предъявят за то, что ты разглашаешь. Этот какого? Похуй вообще. Это я вообще про себя пишу, какая разница. Ну так, да. Но никто ж не знает. Да и хуй с ними. Аллозавры какие-то странные. Админы знают. Так они, по-моему, небольшие. Нет? Что за движения они делают? Они танцуют влево-вправо. Они признают твою силу. Да не, они большие вроде, нет? Ну да. Ну крупные точно. Когда это бублик останавливали размеры? Что ты, Вася, иди сюда. Вижу цель, не вижу препятствий. Да. Драться будем. Бублик хочет сражаться. Бублик хочет подраться по щас. Надо худого сначала, иди влево. Кто мешает? Худой синий, который, коричневый толстый. Расизм. Я поняла. И двое. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убили нега. Ни за что, ни про что. Просто замочили. Худой, это худой, да-да-да. Спасибочки. А зачем этот взяли в группу Шкоду, она пятая. А, нельзя? Ну, четыре всего, да. Ох, тить. А. Понятно. Не бесконечная. Жирный гонится. Ой, тут маленький спиныч. Пусть просто в глаза сильно не бросается, дуйдим. Я немножко покусать светленького этого, серенького. Я его там в пяточку куснула. О, Самара! Пойдем, сжигать им стамина надо. О, какой Самара. Сама не трогайте. Можно было раньше сказать. Ты чё, убил нашего Сомика? Так я-то откуда знал? Моя застряла. Ладно, новый вырастет.
Это плохо. Скажи, когда отойти, когда сзади меня будет этот. Где, отходи, отходи. Отлично. Я там обратно закажу в ногу. Отходи. Это нормально, кто? Да. А, тут ты. Давай. Стамины нет, у меня стамины нет. Понял. Я плыву к вам. Уходи, я этого погрызу пока. Много бегаешь. Да. Забыла совсем про стамину. Где наш Деспасито? Я тут уже. Подходи к нам. Надо же помочь. Все, я чуть-чуть восстановила до половины. Оп. Нормально. Второй идет. Уходи. Вправо. Нормально, проскочила. Сейчас я по трению к вам бегу. Идем, идем. Деспасито. Колонка. О. Меняйте. Давай, 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 наверх, быстро. Они что-то она... какие-то слабенькие. Да, алики. Да, да. Они могли бы нас очень уже сильно накоцать. Толстый, сильно каленый. Че тут лежишь? Стамин регенишь? Да. Мне бы помощь. Мы идем, идем, идем все. Да нормально, у тебя еще по хп грызи. А, не за хп, у меня стамины нету. Понял. Нормально. Иди регень стамину, мы меняем. Капец, где второй? Долго. Где толстый? Хз. В смысле? Я только это увидел. Он может еще сверху. Кто-нибудь там сзади, проверьте кусты. Да, со спирого проверяй кусты там наверху, там где-то второй алик, по идее, должен быть. Один минус. Ищу. Ищите второго. Ищу, бегу. Сучки, блять. Это наше озеро, приперлись тут, блять. Мафия. Четырёхлапая. Да. Короче, можете пожрать пока этого алика, я пошел дальше искать. Поясняем за озеро. Ух, тут спиноч маленький. О, убить! А, не надо. Ну ладно. Мелкий, где ж чё? Мелкий, вот он, мелкий. У меня, на мне. Есть, я тоже тут рядом. Стамины нет. У меня сейчас. Вот наверху где-то, да? Сейчас иду. Да, да, наверху. Вот... Иду. Давай я его покошмарю чуть-чуть. Я регенерирую. Он каленый. Стамины нет. Он красный. Да, он битый очень. Я ему там в ногу зашел, пиздец. Нахуя. У него, походу, у самого стамины нету. Да. Воу, 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 воу. Все. Есть. Ура! Победа! Колонка магиот, ё-моё. Легкая. Да, что-то алики совсем легкие были. Я тебе говорю, Маракуч. Охуенное озеро. А. Потрясающе. Да, 10 из 10. Смотри, бля, они все сюда просто идут. Живи тут, блядь, я не хочу. Кайфовый чисто, на чили на расслабоне. Да искать даже никого не надо. Так, я пошел тогда, я пить хочу. Я пойду вот они, на север. Они идут сюда в поисках легкой жизни. Да, да, да. Получают пиздюли. Так, спиныщи, ебашьте там этот, слышите, Шкода, это наше мелкого. Озеро. И наша рыба в ней. Он всех. Может под воду нырнуть, а я не могу под воду нырнуть. Ладно, сейчас я приду к тебе. Я сейчас попью воду и пойду. Он выше. Где-то под водой плавает. Я иду. Просто его выгнать, зачем мелких-то бежит?
Ну а чё он сейчас нашу рыбу ловить будет? Вот именно, тут дело не в том, что он мелкий, тут дело в том, что он попутал. Это наша территория, он, да, пусть идёт на другое озеро раститься. Напишите ему в локал, предупредите на... Уйдёт. Так, щуку вижу, спинозавра не вижу. Он в локалку написал.